Руслан Камаев, конструктор космических летательных аппаратов, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный машиностроитель Российской Федерации. Всю свою жизнь он посвятил изучению космоса и науке о нем, а в родной Северной Осетии основал школу космонавтики, чтобы ребята, которые так же, как и он, влюблены в звезды, могли исполнить свою мечту. Сегодня состоялся вечер памяти Руслана Владимировича. Сюжет Аланы Тамаевой. Ребята здесь знают каждую деталь, как работает пункт управления луноходом и где запускают модели планет Солнечной системы. Потому что буквально все собирали своими руками. И рядом непременно был любимый наставник Руслан Владимирович. Добрый, но требовательный, он учил делать свою работу качественно и с душой. Урок ребята усвоили навсегда. Мы когда делали вот эту планету, мы ее неправильно сделали. И мы вот уже вот, ну, вот заканчивали эту планету. И нам пришлось вот все разобрать, собрать вот эту планету заново, и тогда только запустить. Это мы делали около года. Дети вспоминают занятия с Русланом Владимировичем, наперебой рассказывают истории, свои воспоминания, впечатления. Говорят, каждого урока ждали с нетерпением. Время пролетало незаметно. Хотелось все больше слушать его, учиться у него все большему. Очень хотелось к нему приходить. Он очень добрый, мы постоянно что-то делали, он рассказывал много нового и интересного. Мне любило больше всего, когда он рассказывал мне про планеты, наверное, скорее всего, про Солнце и когда строили луноход. Он был очень добрым. Ну, он был вот в любой ситуации он был веселым. Самое главное для него это была улыбка. Сегодня здесь близкие и родные Руслана Владимировича, его друзья, ученики. А с экранов мониторов слышится голос космического конструктора. Он все так же, будто и не переставал, с любовью рассказывает о Вселенной. Гости посмотрели документальные фильмы и премьеру картины «Космическая история России». А студенты педколледжа посвятили Руслану Владимировичу поэму и исполнили ее хором. Мы помним о нем ежедневно и ежечасно. Он всегда с нами, и мы это знаем, и мы сегодня во всех углах нашей школы, вы видели, с нами присутствует Руслан Владимирович. Все видеоматериалы сегодня в эфире у нас. И мы хотели, чтобы вы почувствовали так же, как и мы чувствуем его присутствие сегодня. Здесь действительно в каждом уголке чувствуется его присутствие. Он будто наблюдает, продолжает незримо учить, показывать новое и влюблять в бесконечный космос ребят так же, как сам когда-то и на всю жизнь влюбился в звездное небо. Алана Томаева, Хета Гапоев. Новости Осетии.